быть готов к тому, что грядет. Что именно? Прозрение. 9.23. Определенно он оставил нам код. Это способ найти его. Время или дата может 23 сентября? 23 сентября 1780-го. Welcome to Day 23. Every 23rd spring. What's it doing up there? For 23 days. It gets to eat. Каждую 23-ю весну в течение 23 дней ему надо питаться. Питаться? Этой осенью тебя ждет настоящий ужас. Джиперс Криперс. Теперь ваш черед. Конечно. Чёрч-стрит, 923, 47 этаж. И поторопитесь. Говорит агент Данэм. Срочная эвакуация. Чёрч-стрит, 23, на 47 этаже взрывное устройство. Отличная работа. Прекрасная игра. Чёрч-стрит, 923. Дата отсчета 23.9, с точностью до десятичной доли. Мы путешествовали во времени, чтобы спасти древние виды животных от полного уничтожения. Go ahead. Tell yourself it's just a number. До сих пор! Никаких признаков водной жизни, но я найду их, даже если придется проделать во Вселенной еще одну черную дыру. I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down. These are all the individuals from last year doing their thing, running 100 meters and all that kind of stuff. Mm-hmm. And the American man here was incredibly fast. Yeah. Incredibly. Oh, really? Please. Boom. Exactly, are we waiting for? The vials of wrath, Mr. Meldrew. The final conflict against the mother of harlots and abominations. You got some ID? Yeah, sure, of course. There you go. From now, a multitude of frogs shall spring forth from the mouths of false prophets. Yes, I expect so. Say my name. And every color illuminates.
дал тебе возможность помочь мне, но ты отказался. What are we looking at here, Mr. Manley? This is no meteor. This is something much more serious. Deliverance. By 9:23, the water of life shall proceed forth from the throne of the Lamb, and the day of the Lord shall be a... Talk amongst yourselves. I may be some time. А 20 лет спустя, в тот же день, она позвонила нам. Рано утром, в 9:23. Я подумал, ну вот и началось. Альберт Миллер. А мы его звали Эл. Альберт. Tried to write me off. Remember when you thought I'd take a loss? Don't you remember you thought that I would need you? Follow procedure. Come on! Look! What is that? What is that? God, jeez. Look! What is that? What is that? God, jeez. Привет, 776-2323. Hello, 555-0123. Привет, 776-2323. Семь семь шесть два три два три. Five 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 zero one two three. Мы располагаемся в доме 77256 на 23-й улице. Так что приезжай, а то мы так и будем доставать тебя по пейджеру. We're located at 77256 23rd Street. So come on down, or we'll just keep beeping you. Hello, 555-0123. Привет, 776-2323. Look! What is that? What is that? God, jeez. Брюс, мы оставим твой сюжет в резерве. А теперь к рабочей раскладке. Итак, что мы сегодня дадим в эфир? Брюс, мы оставим твой сюжет в резерве. А теперь к рабочей раскладке. Итак, что мы сегодня дадим в эфир? Ребята, у вас замечательная работа. Туда нельзя. Но он мой муж. Мой бывший муж. Хорошо, проходите. Вы читаете Библию? Ну, думаю, не так часто, как вы. Матфея 24:7 гласит, что будут землетрясения, болезни и голод по всей земле. Расступитесь, дамы! Я принес мир! Oh!
Все эти вещи, катастрофы, стихийные бедствия, войны — это знаки. Получается, Бог знал, что все это будет случаться? Да, Господь знает все. О, нет, это апокалипсис! Марк, на тебе чистые трусы? Уже теперь нет. Судный день, а я так и не познала любовь. А я не использовал купоны на пиццу. Так почему он ничего не делает? Ведь Бог справедливый, да? Почему же он не остановил наводнение? Можно послать мелкий это дождь. Это падший мир. Папа! Пахнет жарким. Смотрите! Минуту! Земля окажется на 23-м канале. Бог создал его совершенным, а мы уничтожили его грехами. Кто его уничтожил? Я? Вы? Он? Пути Господни неисповедимы, я знаю. Почему мы не послушали папу? Ужаснее всего то, что я не увижу Гумерчика. Это ужаснее всего. Значит, я плохо работаю. Но все равно люди верят, что он любит их. Вот это непостижимо. Почему люди, увидев землетрясение в новостях, начинают рассказывать всем, что это хорошо? В этом есть смысл, по-твоему? Спасибо.